Как выровнять осанку? Постоянно за компьютером сидишь так или вот так? Конечно, красивой осанки тебе не видать. Всем здорово. Главный принцип ровной и стройной спины и осанки – это хорошие и накачанные мышцы спины. Именно трапециевидные и ромбовидные мышцы. Если вы частенько видели людей, которые ходят вот так сгорбившись, как вопросительный знак, то, скорее всего, этому причины ненакачанные мышцы спины. Чтобы сделать ровную спину, для прокачки этих мышц подойдут всякие подтягивания, тяги к поясу, тяга верхнего блока и тяга нижнего блока. Все эти упражнения вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в шапке профиля. В принципе, для лучшего состояния здоровья лучше улучшать весь ваш мышечный корсет, просто чтобы вы себя лучше чувствовали, увереннее и здоровее. Поэтому занимайтесь спортом и будьте здоровы!